Вот мы на шлюз приехали посмотреть. От шлюза зависит сохранность самой большой дамбы в Потеряевке, второй мостик. Вот мы сейчас смотрим тут. Уровень воды можно поднимать, опускать. Тут очень большая работа была тоже сделана нынче. Прорва была. Вода ушла. Ну, сейчас нету ни капли воды. Ну, вот все. Вот он, где мы рыбачили тут неводом. А там сетью. Это наш труд. И с нуля восстановили. Тут ни проезда, ничего не было. Как это мы не можем? Можем. Мы сами зарыбили. Сеть-то для таких, как мы, и продается. На общем-то нельзя, иначе там вообще ничего не будет. А это частное. Вот так. Вот мы здесь сделали слив, когда поднимется. Ну, поднимется на сколько-то? Сантиметров на 70. А потом можно вставлять уровень, поднимать. Вот она где. Нету ни капли. А откуда вода течет? Родники на первом мостике. Видите, как все сделано. Камнями огромными, валунами придавили. Вот шарик здесь. Вот у нас тут как отводки сделаны. Вода вот здесь пойдет. Это второй мостик, зависимый от этого шлюза. Да благословит Господь и сохранит. До весны уходим.